мешочек, это наш микрофон Уанзи, беспроводный. Собственно, сама коробка. Ну и ветрозащита, уплотнители для башмака на камере, если кому надо. Шнурки Type-C, Type-C. USB-A на Type-C. 3,5 мм. Две стороны это для камеры. И под iPhone и Lightning есть. Ну, видео, в принципе, короткое, по прошивке. Столкнулся я был с таким случаем, что попробовал скачать прошивку, перепрошить, и после этого у меня приемник не соединялся с передатчиком. Второй индикатор, он постоянно мигал. Не было коннекта. Я 100-500 раз перепрошивал, и с одной стороны, и с другой, и приемники, и передатчики, ничего не помогало, и так продолжалось где-то неделю, наверное. Ну, решение нашлось чуть позже. В принципе, как прошить, сейчас вкратце покажу. Но это если у вас прошивка старая. Если она не старая, то это и не нужно. Сначала вам надо проверить, какая у вас сейчас прошивка. Когда вы открываете футляр, оно все включается, запускается и происходит соединение. Собственно, два микрофона. RX-024-12, TX-1, TX-2, 026-07. Насколько я понимаю, это последняя версия прошивок. Если у вас более ранняя, вам нужно сначала зайти на сайт Уанзи, скачать эту прошивку. Установить программу. Потом подсоединить, ну, после перезагрузки компьютера, подсоединить, ну, смотря что вы собрались прошить. Если вы собрались прошить TX, подсоединять TX к компьютеру, программа увидит, запускаете прошивку, после этого он выключается, ложите в футляр, и он перезагружается. Проблема, с которой столкнулся я попробовал прошить RX. Как оказалось, прошивка в принципе та же самая. Но после того, как я запустил прошивку на RX, у него пропало соединение с микрофонами. Этот индикатор просто мигал. Методом, так сказать, 100-500 проб и ошибок, оказалось, что для установления новой связи между RX и TX нужно 3 коротких нажатия на эту кнопку. Вот где-то вот так. И он перегружается и устанавливает заново связь.
и все заработало. Вкратце, в обзорах не всегда это упоминалось, но вот есть индикатор батареи, заряд, второй индикатор соединения, третий индикатор микрофон. Когда он светится, значит включено шумодав. Шумодав включается одним нажатием кнопки. Также и выключается. Если вы нажали вот эту кнопку, которая с другой стороны и засветился красный индикатор, это значит, что микрофон работает в режиме диктофона. То есть он пишет в себя. Пишет 30-минутные файлы, ну и по кругу. Но поскольку тут 9 гигабайт на борту, то писать он может очень долго. Я думаю, даже заряда не хватит, чтобы он использовал всю память. И когда память заполняется, он перейдет по кругу.